Всем привет, с вами Арсений, магазин Tucamp и видеообзор модульной системы для лодки ПВХ, на которую можно установить различные крепежки для спиннингов, для эхолота. Вот. Сейчас мы кратенький обзор сделаем, следующее видео у нас уже будем тестить это все на воде. Вот. Ну, начнем по порядку. Это держатель для спиннинга, который можно регулировать под углом. Следующая тоже другая модель держалки для спиннинга. Вот. Все держалки фиксируются барашками. Вот. Здесь тоже несколько вариантов угла наклона. Дальше идет площадка для эхолота. Следующий столик для приманок. Дальше столик для эхолота. Также сюда можно воблеры, блесна, тут эхолот. Ну вот, с обратной стороны у нас есть отсек для аккумулятора. Есть, просто не поместилась сейчас, вот такая штукенция для стаканов и бутылок. Держалка также устанавливается на эту модульную систему. И, соответственно, вот такая вот держалка вертикальная для спиннингов. Все держалки выполнены из алюминия. То, что покрашено черненьким, это у нас идет оцинкованный крашеный металл. Вот. Две струбцинки крепятся между лавочками, как видите. Они фиксируют ее. И кроме того, эта модульная система поможет вам в момент, когда вы ставите кресло на банку, защитит вас от опрокидывания. Модульная система, можно при необходимости саму штангу укоротить под размер вашей лодки между банками, чтобы туда помещалось все необходимое, все необходимые элементы. Элементы продаются поштучно, вот, как и сама штанга. Хотите увидеть эту систему в действии на воде в лодке? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендую.